У понеділок, 19 червня, відкрилась оновлена виставка документально-жанрових світлин члена Національної спілки фотохудожників України Чернігівська область та члена Національної спілки журналістів України Вадима Івкіна «Незламні», яка присвячена 70-річчю автора. От, це вторая частина, і вона більш надихає на живий момент житті, життя. От, здесь менше вже каких-то тяжелых событий и больше тура, спорт и вообще життя Славутича. Действительно незламно, незважаючи ни на що, мы живемо, мы радуемся життю, мы скорбим, все равно это есть скорбь. Вот. Так что... Сколько здесь, картин? Сколько... Здесь новых 120 работ. Якщо комусь сподобається та чи інша робота, її можна викупити або задонатити, да, як це правильно? Так, задонатити можна запросто. Вот. Ну, я більше прошу глядача, щоб він підписав роботу свою, і щоб вона хоча б неділі дві повисіла, щоб і мешканці познайомились з цими роботами. Вот. А потім спокійно можуть забрати, бо вона вже підписана, і все, вже ніхто. А яку роботу ти скажеш, ні, цю не продам, це мені самому сподобається. Є такі роботи чи? Ну, таку роботу вже забрав Юрій Кирилович Фомичов. Ну, із пейзажа, от там цей новий уголочок, іменно славутичських пейзажів, то там був вечірнє місто. От, площа центральна з луною і все. Він сказав, оце мені подобається. Юрій Кирилович дарю. Хотя он еще взял, задонатил там еще, но часть его работы еще тот. Говорит, я это не последний мой приход сюда. Так что... От наступной работы, они чему будут присвячены? Будут светлины, которые рассказывают о нашем бытие эти роки. Сколько уже сейчас? С 14 по 23 за эти 9 лет. 9 роков. Да, вот. Ну и новые. Ну, новые вот там и здесь, вот вы видите одну, а там он больше, это спектакль, который очень понравился, и понравился и оператору вашему. Мы вместе это смотрели, там действительно было на что добиться, и от души играли, можно сказать, не профессионалы, большие, вот, ну, театральные работники. Славутичская ярмарка очень эмоционально. Очень, очень гарно, и я тут много посвятил в этом участке. Будут еще работы в будущем. Это поездка в село Москали. А там музей, музей Юрия Дахно. Я даже всех, кто может на своем транспорте, кто нет, кооперируйтесь, можно сесть. Там именно украинского одяг. Там 5 хат. Он сам закупил 3-4 хаты и зарубил музей, наверное, да. У него больше, ніж 1000 рушників. Притом каждый наш район, знаете, я совсем не знал, каждый район имеет свою вышиванку, свой рушник, свой колер, свой рисунок. Вот. И кроме того, вот у него эти хатынки, каждый пошли, в одном стоят сундуки старинные, знаете, как у наших прадедушек, бабушек. Вот, и там сложены и плахты, и зипуны, и жилетки. Вот, плюс вот те же рушники, ведь они, мы их не разделяем так. Одни есть накидочные для торжественных обрядов и иконы. Их нельзя никуда больше применять, потому что иначе может человек заболеть, и такие примеры были. Вот. И кроме того, вот на столы, как бы накидки он их называет, скатерти, они все тоже вышиты, тканы есть праздничные, есть рабочие. Вот. Есть еще, что мне дуже сподобалось, это наволочки на подушки. Оказывается, у нас в этом регионе больше подушек было горизонтальных. И вот эти наволочки со своим рисунком каждая сделала. Они такие вот продолговатые подушки. Ну, это липневая выставка, я так понимаю. Да,
да, следующей выставкой уже было. Вот, да. Ну, часть, большая часть. А так в том же одночас и с Лаучаном. Здесь вот новые снимки, как появился первый хлеб. Настоящий хлеб большой, Чернига, вот привезли. И, вот. Одновременно и яйца. Если вы сгадаете, что первое в магазинах появилось в избытке, яйца и хлеб. Вот, это он как раз продает. Вот, с магазина «Восток» продавщицы прибыли, первые, что приходили, все. Потому что наш первый хлеб, он был дорогим, ценным для нас, но он был слегка не совсем съедобным, как следует. Ну, выбачьте. Вот, ну, я должен низко клониться тем, кто его выпускал, потому что они выпускали... Ничего не было, тогда ничего не было. Ничего не было, и на честном слове, как говорится. Вот, и ничего не было. Но они быстро перестроились, нашли рецепты, и он с каждым днем становился лучше и лучше. Нам было приятно стоять в очередь за ним. Кстати, вот тот юноша, его зовут Максим, он подстерегал Чергу. Вы знаете, что особенно старшее поколение у нас очень волнительное, когда в Черге стоишь и вдруг не достанется. Вот он приходил в 6 утра, список собирал, записывал, и вечером он последним уходил вот в магазине «Восток», и составлял этот список, согласно списка он уже запускал. Він схож на якогось співробітника СБУ. Так я іздалі подумав, що від киля він його взяв. Стань, він комп'ютерщик, дуже хороший хлопець. Це витерпить. Я чому його засняв і від всієї душі. Я йому желаю і добра, і всього. Бо, ну, представляєш, коли приходить 120 чоловік, і кожен ще на нервах, а я тут стояв, а не стояв. А все-таки у нас бували такі моменти, коли кто-то предыдущий список срывал и писал новый. Ну, я разумею, чему даже так. Вот, да. Он приносил, поэтому он последним стал уходить. Вот он забирает, утром он с 6 уже записывает, если кто-то на работу едет. И когда в 4-5 часов привозили, вот, завозил их со списком, становился, ребята, вот. Ему уже все доверяли. Бабушки, которые не знали, некоторые могли трошки пошуметь, но большинство их успокаивало тоже. Ми йому довіряємо вот этому списку. Цікаво, це да. Ціла історія, да, про фотографію. От, поэтому вот он стоит, и он очень так толерантно, а сам по себе он комп'ютерщик, он молодой очень человек, он закончил, сейчас он не Славутичи, в Киев, по-моему, или где-то вот преподает. Кроме того, новые снимки, вот живы люди, я полюбляю живы. Вот посмотрите на Ларису, как она внимательно слухая, и кроме того, жизни. Ну вот простой пример. Мы все... Наша кошка колись жила у нас на телебачении. Вот, да, так она с этого двора. Вот, совершенно верно, вот рядом сбоку. Я вышел, смотрю, она так, она не видела меня, не бачила. Тут никакой постановки. Вот, вот она поймала и сразу... И она уже признает всех своих, кто тут работал. А вот посмотрите на этих трех юношей. Тоже переможцы, тоже незламные. Они первые свои змагання выиграли. Велодень. Вот, первые свои змагання. Вот там новые уже, видите, наша конно-спортивная база. И даже в эти года, ну, уроки она працювала. Вот. И, конечно, мы... Я не обошел ветеранов, которые хоть и сейчас в возрасте, но вот 26 апреля для них это с погоды, это боль души. И вот они уже не ночью, раз кто не может, они приходят 26 днем, 12:01, 12:26 опять. Опять ровно 12 часов. И вот они приходили. Тут поруч еще есть снимки совсем свежие. Вот я побачил вот та. Мама с двумя детьми идет из библиотечного центра. Там цветочки, они выходят. То есть, невзирая ни на что, мамы є мамы. И выховывать своих підлітків потрібно. Вот она привела в библиотеку. Давай мы, наверное, оставим все, щоб люди подивились, да. А то ты про все розповіш. Скажу, там мы ж все бачили, вони все показали. Естественно, я не мог не обойти природу славутську. Запрошую всех, будь ласка, приходьте, дивитесь, донатуйте.
викупайте, що вам сподобалось. Виставка буде відкрита з понеділка по п'ятницю з 10 до 19 години без перерви. Планується щомісячне оновлення експозиції. Виставка відбувається за підтримки Загальноміського бібліотечно-інформаційного центру, Славутського відділу культури і національності та релігії, громадської ради міста Славутича, депутата Київської обласної ради Володимира Удовиченка, депутата міської ради Майї Руденка. Зібрані благодійні кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.